вас начинаются схватки. И эти схватки... Безумно страшно в некоторые моменты. Девочка! Ой, девочка! Пришло время. Вот, у меня еще нет бейбика, но советов у меня уже очень много. Такой день. Ложкой снег мешая. Всем привет! Это влог второго триместра беременности. Сейчас мы находимся на 14-й неделе. Сегодня 28 октября, и я нахожусь за городом. И у нас... Что я могу сказать? Изменений пока что немного, поэтому нечего практически сказать. Явно у меня намного больше энергии, чем в первом триместре. Я могу даже пораньше встать и замечательно себя чувствовать при этом. Меня не так часто отвращает от еды. Это не болит уже так сильно. И аппетит есть. Кушать мне хочется много, постоянно. Пол еще неизвестен. Пока что все. Увидимся. У меня тут попкорн. Почти 11 вечера. У меня вроде бы прошла уже вся тошнота, но вроде бы вообще нет. В какие-то дни я чувствую себя замечательно, в какие-то меня безумно тошнит. И вроде бы покушать помогает, но и то не все покушать. Я сейчас психанула, заказала кучу снеков, и больше всего мне зашел попкорн соленый. С детским кефирчиком. Вроде полегче. Просто это такое, знаете, на ночь. Я никогда не ела на ночь. Ну, не никогда. Я не люблю есть на ночь. Я, в принципе, ну, до беременности не ела на ночь много. Никогда. Практически, ну, только на праздники, скорее всего. То, что мне тяжело засыпать. И вот у меня такой внутренний, что хочется поесть, чтобы не тошнило и плохо не было. Но в то же время поздно. В то же время я беременна, поэтому какая разница. Но я боюсь, что будет некачественный сон. Если сон будет не очень, то я буду очень... злой завтра. А если я не поем, я утром просыпаюсь безумно голодной, и меня тошнит жестко. У меня еще не было такого, чтобы я ночью просыпалась и есть хотела. Но я засыпала пару раз голодная, это не очень. Я вроде бы дофига съела на ужин в 7 часов. Видимо, нужно позже ужин начинать. А, не знаю. Не знаю, ничего не знаю. Хурма — это классно. А ты в детстве ел хурму? Наверное, да, ел. Вообще, что-то так мне зашла она. Так я буду смотреть, как что ты ешь. Я съела киви, сейчас доедаю хурму. У меня тут маракуйя. Я все продолжаю смотреть. Вдруг он начнет биться. Я понимаю, что еще рано, но я смотрю все время. Ну просто это такое, типа, он дотронулся, и ты такое, все в порядке, он там в порядке. А когда ты не чувствуешь, это по-другому. Снимаешь себя. Мы сейчас на 15 неделях и 15 недель и 5 дней, что означает, что совсем скоро мы узнаем пол ребеночка. Я иногда волнуюсь, что у меня живот, ну, лучше себя не сравнивать, конечно, но у многих мам там на 15 неделях уже такой животик, а у меня он еще достаточно плоский. Но я слышала, что и так, и бывают совсем маленькие животы, все зависит там от таза, не от таза, я не знаю. Но иногда бывает такое, что вот я хочу чувствовать, что все в порядке там, но не могу еще. На каждодневных основах у меня мозги как яйца в смятку. Волнуешься, все ли в порядке? Там я прошла с 5 минут по холоду уже, думаю, блин, я там все простудила, наверное. Ну и такие вещи, знаете. Не до паники волнуюсь, а просто думает об этом мой мозг. Но я себя успокаиваю, типа, все будет нормально, наше тело, оно умное, и нужно ему довериться. Что я заметила? У меня началась отдышка, и у меня очень быстро заканчивается дыхание. Вначале такого не было, вот сейчас в последние дни, не знаю, когда это началось, я не веду заметки. Я не могу дышать, будто бы я бегаю все время, то есть вот так. Такое ощущение. Фразы — это не конек мой сейчас. Сейчас я голодная, поесть, надо поесть. Хотим ли мы яйца? Я думаю, хотим. Во мне просыпается много вопросов и материнских каких-то инстинктов. В плане того, что я начала изучать вопросы все, связанные там с... Что делать после родов, постпартум, как это? Нет, я не могу говорить. Я начала изучать вопросы того, как вести себя после родов, до родов, подготовка, что делать с бейбиком. Смотрю кучу-кучу разных видео, в основном контент на английском. Потому что в русском ютубе я набираю там день с младенцем, и какие-то ужасные видео страшные иногда выпадают. Смотрю на английском. Беру на заметку. И, в принципе, у меня нет волнений никаких. Я уверена, что все будет замечательно и хорошо. Вот это вот классно. Даже когда я волнуюсь в моменты эти, я всегда себя сразу же возвращаю в веру.
У меня какая-то безусловная вера в то, что все будет хорошо. Еще я заметила то, что я начала очень-очень много пить воды. У меня завтра будет 16 недель беременности. Как ты себя чувствуешь? Ргач, как ты себя чувствуешь? Я себя хорошо чувствую. Я сейчас на тренажере, я не занималась на нем очень давно, то есть еще до беременности был последний раз. Я боялась, но потом я почитала и поискала информацию, и все можно. Короче, спорт — это хорошо, просто не нужно перенагружать себя. А то мое главное упражнение пока что — это ходьба. Будущей мамы Лизы новая прическа, у нас теперь челка. Рассказать кое-что хотела, что вчера случилось. У нас полных сегодня 17 недель. Вчера у меня последние 3 дня или 4 тянули бока, ну знаете, вот просто растягивается все там, как-никак уже 4 месяца практически полных. И вчера у меня очень сильно заболел левый бок. Настолько сильно, что я не могла сидеть, мне было больно, я плакала. И, естественно, у меня не очень хорошие мысли в этот момент. В то же время я говорила, что точно все будет хорошо. Скорее всего, это пищеварение или еще что-то. Я уже начала гуглить, типа, а можно ли беременным удалять аппендицит. Хотя я знаю, что он с правой стороны, но мне Аркаша сказал, что бывает, что отдает слева вначале и путают с гинекологическими проблемами это. Но я молилась, чтобы это были не гинекологические проблемы с ребеночком. И мы поехали в больницу, в клинику, где был свободный врач принять нас. А, и все хорошо. И все хорошо. В итоге реально пищеварение. Переела я мучного. Скорее всего, это просто был затор какой-то. Я знала, что все хорошо, но в то же время я настолько напряжена была. Вот там у меня с 3 часов дня, наверное, начал болеть бок сильно очень. До самого вечера, в 7:30 нас только принял врач. Я в такси ехала, рыдала, потому что очень больно было. И когда мне сказали, что все нормально, все там, малыш в порядке, сердечко в порядке, матка в порядке. Я и так это знала, но у меня вот так облегчение, я как в тумане. Ехала обратно, уже легла спать и проснулась сегодня безумно уставшая. Хорошо, что все хорошо. Здоровье самое главное. Я буду есть куриный суп. И вот, растет просто сейчас активно после 20 недель, вообще будет активный скачок роста такой. Когда он начнет шевелиться, а это, скорее всего, тоже будет ближе к 20 неделе, вот из-за этого ни с чем не перепутаешь. А, хорошо. Он вообще как будто внутри чужой находится и просто... Я зачем надо были такие ощущения, потому что, ну, прям удар такой будет смачный, то есть ты это ни с чем не перепутаешь. Ясненько. Кушала недавно, что ли? Да. Реально? Девочка? Девочка? Да. Да ну. Класс. Ага. Слушай, интуиция, это правда. Все говорили, у меня будет мальчик, будет девочка будет. Сегодня очень холодно, но выглянуло солнышко. Мы сегодня узнали, что у нас будет девочка. Да. Маленькая, можно говорить имя? Нет. Не скажу. Не скажу. Я поела, поэтому у нас тут все расстегнуто. Она не помещается. Розовый цвет. Типа девочка. Расскажем Поле и маме. А, я думала, вы типа гендер-пати устроили мне. Нет. Ну я типа взяла одну штучку, которая типа какого-то там цвета. И я тебе ее дам, чтобы у тебя была пати свой. Девочка! А, девочка! Девочка! Да! Он был очень счастлив. Малыш, это да. Хорошо, мы знаем, значит так, Делина всю одежду обратно. 17 недель и 5 дней. Мы узнали, что это девочка, как вы уже поняли. Это так классно, я так и думала, что будет девчонка. Хотя до беременности очень хотела мальчиков, но когда забеременела, у меня сразу же какой-то сдвиг был, будто бы я уверена, что девочка, вот девочка будет. Чувствую я себя замечательно. Следующий скрининг у меня уже в начале января, 10-го, наверное, будет. Сейчас конец декабря. И все пока что по апдейтам. Движемся к цели, видим, нет препятствий. На сегодня утром анализ натощак, очередной анализ натощак. Как я люблю анализы натощак. На антитела к резусам крови, вроде бы, да. Как оказалось, у нас разная кровь с Аркадием. Нам в детстве обоим неправильно поставили резус крови. У меня отрицательное, у него положительное.
Я вот спортом почти не занимаюсь. Когда я за городом, я люблю ходить. Тут подъем. И так делать. И просто ходить много. Короче, так. Делаем. Раз, два. Физкультура на улице. Вот. 1 января. У меня сейчас уже 19-я неделя полная. То есть 20-я пошла. Животик выпирает уже так активненько. Вот пару видео с Нового года. Самочувствие хорошее на самом-то деле. Энергии много прям. И я чувствую себя очень красиво. Не знаю, прям женственно. Классно все. У нас сейчас 20 недель и 3 дня. То есть пошла уже 21 неделя. Я болею. И болеть, когда ты беременна, это ужасно. У меня обычная ОРВИ. Вроде бы у нас тут на даче началась эпидемия. Ладно, шучу, тут не эпидемия, просто пара людей болела в соседних домах. А так все нормально, знаете, на позитивной ноте я начала чувствовать толчки. Я бы не назвала это толчками, ладно. Но она начала стучаться. У нас второй скрининг, мне сказали походить, чтобы она начала немножко двигаться. Аркадий здесь, с моим чайком. Болею довольно-таки сильно. Сегодня у меня был второй скрининг. Все замечательно. Я очень счастлива. Это из хорошего. Вообще, я хотела поговорить о том, насколько бы ни была беременность прекрасным периодом для женщины, насколько это страшно. Безумно. Безумно страшно. В некоторые моменты. Я ночью, всю ночь не спала, у меня был заложенный нос, не могла дышать. Я очень много кашляла, и мне отдавало в бока очень сильно, прям разрывающая боль. Ну, мышцы, видимо, напрягаются. Я в этот момент думала все время, как бы мне не навредить ее. Я знаю, что мое тело умное, и я не единственная больная беременная женщина там. Но в любые моменты, там я использую капли для носа, мне сказали, их можно использовать, но я уже нашла информацию, что не особо можно. Всякие такие вещи. Ты боишься, что ты сделаешь что-то не так, что... Короче, посмотрим, какая у меня температура. 38,2. Короче, я внутри всегда чувствую спокойствие и какой-то сильный материнский инстинкт того, что все будет точно хорошо. С ребеночком и со мной, но все равно эти мысли тревожные очень часто приходят в голову. Я, в принципе, человек, который много думает. Я настолько люблю этого маленького человека внутри себя уже, что я не хочу никакого вреда ей нанести. Мы сейчас на 21 неделе и 2 дня. Аппетит у меня увеличился, сплю я очень хорошо, меня не тошнит. А, еще я начала спать в лифчике. То есть я купила себе 2 таких, знаете, без косточек, без всего, без галтера. Мне сказали, что это хорошо для груди, чтобы она потом не... Можно, пожалуйста, 2 масочки? Я записана на 2 анализа по ведению беременности Морозова Елизавета. У меня толерантность к глюкозе сегодня и резус-фактор. Морозова. Да-да-да. Сегодня у меня ранний анализ натощак на толерантность к глюкозе. Я спросила, для чего это делается. Это делается, чтобы выявить дальний диабет. Мне взяли кровь из пальчика и из вены, и мне надо ждать теперь... Нужно ждать час, потом еще раз сдать из вены кровь, и потом через час еще раз. Мне кажется, сегодня такой день, когда я чувствую, что я недостаточно всего делаю, недостаточно даю эмоциональную поддержку своему мужу, недостаточно, не знаю, все недостаточно. Такой день. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Мы сейчас на полных 23 неделях. Полных 23 недели. Вечно путаюсь с склонением. Недавно был у меня повторный тест на антитела к резус-фактору. У меня был сделан этот ужасный тест на толерантность к глюкозе. Ужасный, потому что долгий и натощак. Она бьется активно, бьется, впинается. Там уже бугорки небольшие можно видеть. Не самый большой для уже 6 месяц, получается, идет, да? Я сама по себе маленькая. У меня все там как-то вмещается она. Хотя уже размером с баклажан 600 грамм. Такая девчонка. Я использую вот это вот приложение.
И там выходят интересные иногда статьи. И, в принципе, описание того, что происходит сейчас на данном этапе с тобой и с твоим ребеночком. О, пока мы здесь с вами, я вам расскажу про свою находку. Точнее, мне мама дала эту книжечку. Это я. 3,5 года. Моя мама записывала со дня выписки до 7 лет информацию обо мне. Вначале это было просто температура, беспокойство, насморк, сыпь, там всякое такое. У меня, оказывается, было много проблем с пищеварением. Точнее, я знала, но не знала, насколько. Здесь все мои milestones, то есть все мои... Во сколько лет я первое слово сказала, во сколько лет я то сделала, во сколько лет я первый раз там на горшок села, полностью попросилась, бегала, встала, начала ходить. Мне интересно будет сравнивать, ну просто не то, чтобы она, моя дочка должна так же делать, мне просто будет интересно, во сколько она будет все это делать, я тоже хочу записывать. Это настолько ценная книга, особенно когда начинаются мои шутки, мои фразы, выражения. Мне папа сказал, что мое первое слово было «папа». Лизе 2 года. Вернулась из Америки, мы жили в Америке просто. Говорит по-английски. Juice go up, down, back, came by. 2 годика 7 месяцев. Мы в бане. Лиза говорит мне. Мама, у меня есть ребеночек. Я спрашиваю, где? А она в животике. Малышка, если ты когда-нибудь будешь смотреть этот влог, я вставлю это сюда и буду знать, что оно здесь. Твой батя, Аркадий. Что ты там заявил? Давай. Есть такое мнение, что отношения девочки с отцом закладывают то, каких парней она в дальнейшем себе ищет. Вот, я сказал, что в этом плане будет очень высокий стандарт, потому что ее будет очень сильно любить папа и очень сильно холить и лелеять. Вот, надо не переусердствовать мне с этим, а то она себе не сможет найти идеального принца. Так вот. Короче, сегодня мы смотрим вебинар по... Как подготовиться к легким родам без страха? Себя настраивала, да, я там проживала схватки без дуралки. Но потом постарайтесь закрыть глаза. И когда вы закрываете глаза, попробуйте представить себе, что вот у вас начинаются схватки. Хочу. И эти схватки вы... Здесь эта пробка, это классно. Это, если она отделилась, отходит, значит, ваш организм, шейка матки, готовится к родам. Поэтому... А когда мы кричим, ну, тоже задерживается дыхание, да, то есть больше увеличивается паника. Это неприятно ни ребенку, который тоже чувствует вашу панику, ни персоналу. Вот, и персоналу тоже неприятно, лишние вмешательства увеличиваются. Старайтесь устроитесь поудобнее. Еще один такой совет, когда вы дышите, когда вы практикуете дыхание, когда вы дышите даже в родах, старайтесь закрывать глаза. То есть, если у вас открыты глаза, вы начинаете регистрировать все вокруг, вы начинаете смотреть, кто прошел, слушать какие звуки, кто там в соседней палате рожает, что происходит. Да, и у вас вот этого нет самонастройки, нет расслабления, нет погружения в себя, и вы уже начинаете паниковать. Поэтому нужно закрыть глаза. Давайте сейчас мы прямо это сделаем. Закрывайте глаза. Постарайтесь почувствовать свое тело, где что тянет, где болит, как чувствует себя ваш организм. Можно сначала считать вдох на 4, допустим, на 2-4 счета и выдох на 6 счетов. Шевелится ребенок. Ребенок тоже чувствует, вы же с ним одно целое. Вы же с ребенком сейчас считаете в одном теле, у вас практически одна психика, то есть вы очень сильно связаны, вы в диаде. 25 недель и 3 дня. Что я хочу сказать? Уже практически 26 недель, и совсем скоро будет третий триместр. Мы переехали. Я хотела сказать, что она начинает пихаться очень активно и очень сильно, и на более долгие промежутки, и намного выше. То есть я ее чувствую прямо здесь. Здесь, особенно здесь. Она прям вот так вот... И вот так поднимается животик чуть-чуть, знаете? Она еще очень реагирует на чужие голоса, перестает двигаться. Или на громкие звуки, или наоборот начинает раздражаться. И так тоже вот он. Это так мило. Я знаю, что она реагирует на мой голос очень хорошо. То есть она отвечает мне, будто бы. На Аркашкина она тоже нормально отвечает. А на посторонние не очень. Люблю одна быть в комнате, лежать, и она начинает двигаться. И я с ней говорю, и она так... Так мило. Что еще? Из симптомов. А, спина болит, копчик болит. Не знаю, я еще нагибалась много, и это, конечно, нехорошо. Сейчас ко мне доедет уже бандаж мой, я буду носить бандаж. Потом закажу себе фитнес-шарик.
Я приобрела бандаж. Наконец-таки. Пришло время. Малышка. Какие у меня апдейты вообще? Я была у врача у своего недавно. Все хорошо. Она сказала, что мы очень хорошо растем. Пожаловалась ей на бока. У меня недавно был инцидент, когда у меня просто стрелять начал бок. И у меня отдавала в ногу и вообще по всей правой части. Я подумала, что вообще происходит. У меня никогда такой боли в жизни не было. Я не могла подвинуться, то есть я вообще не могла даже движение маленькое сделать, была прям жесткая боль. Аркаша даже скорую начала, типа, вызывать. Я говорю, подожди, может, пройдет. Реально 2 минуты поболело и прошло. Все норм. Скорее всего, неврологическое, типа, просто защемило что-то. Я не так много двигалась те дни. Засиделась. Да, это, наверное, все. Набираю вес хорошо, мне сказали. Еще у меня началась эта тема, знаете, что желудок чуть-чуть приподнялся, и у меня изжога часто. Мне посоветовали таблеточки от изжоги. Эмоционально у меня очень интересный стейт. Я реально чувствую себя бегемотиком, каким-то Карлсоном. У меня тут просто кофта заправлена. И это только 26 недель. 14 го. Последнее видео в этом триместре. Что я могу сказать? Второй триместр был очень благополучный. Мне понравился. Под конец начали болеть бока и поясница очень сильно. Нагибаться тяжело стало. Но все, что связано с едой, стало намного меньше, то есть практически не тошнит. Только если от голода или там, знаете, изжога началась. Потому что все поднимается, желудок тут у нас тоже. Но ничего. Какой у нас сейчас животик, смотрите. Такая вот малявочка. Пинается сильно. Все отлично. Увидимся с вами в третьем триместре. Я не верю, что мы уже в третий триместр переходим. Обалдеть. Ой, еще скажу, что интересные, ну, просто какие-то интересные наблюдения за этот, за беременность, за этот триместр получается. Так как намного больше людей узнало про мою беременность, то есть и все стали добрее ко мне. Это я прям заметила. Многие, короче, дают советы. Советы — это прекрасно, потому что, ну, от женщин, у которых особенно есть дети, и они проходили через все это, но нужно очень... Надо понимать, подходит тебе это или нет. То есть свое все равно собственное решение принимать насчет чего-либо. Вот, у меня еще нет бейбика, но советов у меня уже очень много. А что еще я могу сказать? Я не знаю, как бы моя беременность проходила, если бы не было Аркаши рядом. Сейчас позволила ему дистанционка, или то, что он был достаточно много дома со мной, позаботиться обо мне. И это очень классно. Все не зря случается. Бандаж — дело хорошее. Мне нравится, когда я хочу идти на прогулку или куда-то надолго выхожу, я его надеваю. Он помогает все-таки. Подушка для беременности. Сначала я скептически к ней относилась. Теперь я ее люблю. Вот чем больше стал живот и бока ночью, она помогает мне удобнее и комфортнее спать. Аппетит у меня безумно не возрос, но я ем много. И много раз в день. Очень много пью воды, мне все время хочется пить. Естественно, ночью я встаю несколько раз в уборную. Я уже привыкла к этому. Нормально. Ой, получается, следующий влог про третий триместр закончится уже тем, как я собираюсь в роддом, скорее всего. Короче, спасибо, что смотрите. Я надеюсь, кому-то это полезно, кому-то просто интересно. Может быть, вы тоже кого-то ожидаете сейчас. Или вам просто прикольно со мной хэнгаут. You know?